Уважаемые друзья и гости канала, приветствую вас на моем канале. Сегодня мы с вами отправимся к руинам Чан-Чан в Перу. Где нашли телефон? Он точно такой же, которым я играл в своем детстве в 70-х годах. 1200-летний телефон ⁇ это удивительное изобретение древней цивилизации Чему. Это древнее изобретение удивляет почти всех, кто о нем слышит как сообщается, артефакт связи, найденный в руинах Чанчана, Перу, известен как самый ранний пример телефонной технологии в западном полушарии. Этот, казалось бы, неуместный артефакт свидетельствует о впечатляющих изобретений прибрежного народа чему в долине рио Маче на севере Перу. Рамиро Матас, куратор Национального музея американских индейцев, сказал Смитсоновскому институту. Это уникально только один из них был когда-либо обнаружен. Это исходит из сознания коренного общества, в котором нет письменности. Как был сделан телефон чему или скорее для кого был он изготовлен? Ранний телефон, по-видимому, является рудиментарным устройством передачи речи, очень похожим на телефон любовника, который был известен сотни лет, но стал популярным в 19 веке. Телефон старого любовника обычно состоял из жестяных банок, соединенных бечевкой, используемых для разговоров взад и вперед, и в основном рассматривался как новинка. Однако древнее устройство чему, описываемое как инструмент, состоит из двух верхушек тыкв, связанных длинным шнуром. Тыквы каждой длиной 9 см, покрыты смолой и действуют как передатчики и приемники звука. Вокруг каждого основания тыквы расположена мембрана из натянутой кожи. Обратите внимание мембрана, а это уже мощный рывок в телефонии. Линия длиной почти 23 метра, соединяющая два конца, и сделана из хлопчатобумажного шпагата. Простота устройства только для нас с вами, а для чему это прогресс, который в наше время удивителен, и он открывает его археологические последствия. Тайна драгоценного древнего телефона. Этот единственный в своем роде артефакт, как сообщается, предшествует самым ранним исследованиям телефонов с 1833 года, которые начались с неэлектрических струмных устройств более чем на тысячу лет. Устройство из тыквы и шпагата слишком хрупкое, чтобы его можно было физически протестировать, но исследователи могут собрать воедино, как мог работать этот инструмент. Однако они должны продолжать размышлять о том, как чему использовали этот древний телефон, и какова была его цель. Поскольку чему, как известно, были обществом сверху вниз, само собой разумеется, что только элита или класс священников могли обладать таким ценным инструментом, утверждает Матас. По словам Матаса, драгоценный телефон, обладающий, казалось бы, волшебной способностью передавать голоса через пространство, чтобы их можно было услышать непосредственно в ухе получателя был инструментом, предназначенным для общения на исполнительном уровне. Возможно, для этого старого телефона было много приложений, таких как общение между новичками или помощниками и их высокопоставленными элитами через камеры или приемные. Для сохранения статуса и обеспечения безопасности не потребовалось бы никаких личных контактов. Как и многие другие древние чудеса телефон чему, возможно, также был устройством, чтобы удивлять верующих. Бестелесные голоса, исходящие от предмета, который держали в руках, могли бы шокировать и убедить людей в важности и положении высшего класса или священников. Или есть некоторые, кто считает предмет из тыквы и бечевки просто детской игрушкой. Если такие новинки не являются нашими современными священными предметами, то почему люди прошлого должны были считать их религиозными предметами или жреческими инструментами? Артефакт находился во владении барона Вальрема фон Шоллера, прусского аристократа, которого менее лестно описывают как темного авантюриста типа Индиана Джонса. Он участвовал во многих раскопках в Перу в 1930-х годах и, возможно, сам откопал артефакт из руин Чанчана. Он распределил свою коллекцию между различными музеями, и артефакт в конечном итоге оказался в хранилище Национального музея американских индейцев в Мэриленде, США, где с ним обращаются деликатно и хранят в условиях с контролируемой температурой как одно из величайших сокровищ музея. Признаки умелого, изобретательного народа. Матас, антрополог и археолог, специализирующийся на изучении центральных Ан, объяснил, чему были умелыми, изобретательными людьми, которые представляли собой впечатляющее инженерное общество. Об этом можно судить по их системам орошения гидравлических каналов и их высоко детализированным, тщательно продуманным металлическим конструкциям и артефактам чему были народом королевства Чемор, их прекрасной столицей был Чан-Чан, что в переводе «Солнце» и «Эс Солнца», обширный комплекс из глинобитного кирпича, самый большой такой саманный участок в мире и это был самый большой город в Доколумбовой Южной Америке. Площадь Чан-Чана составляла почти 20 квадратных километров, и в период его расцвета около 1200 года нашей эры в нем проживало 100 тысяч жителей. Весь город был сделан из сформованной и высушенной на солнце грязи и был искусно украшен скульптурами, рельефами и настенной резьбой почти на каждой поверхности. Культура Чему возникла около 900 -го года нашей эры, но в конечном итоге была завоевана инками около 1470 -го года нашей эры. Телефон Чему и многие другие удивительные древние технологии напоминают нам, что древние культуры были способны на удивительные изобретения. Идеи и творения задолго до того, как наши сложные современные общества придумали их, как всегда во второй раз. Вот как можно изобрести телефон в шестисотых годах, если ты не знаешь основы физики, а ведь у них не было письменности, значит знания не фиксировались. Агрономия, инженерия, гидравлика, мелиорация и даже телефонизация и многое другое, то есть развитая цивилизация, чему? Также массово приносящая в жертвоприношение детей, но это совсем другая история. А мы с вами, уважаемые друзья, увидимся в следующем видео. И спасибо вам огромное за лайки и подписку. Желаю вам удачи и здоровья. И приходите еще.